от mail объявил что теперь за каждого приглашенного автора тот кто пригласил получит по 3000 рублей и многие очень сильно испугались что теперь наплыв авторов новых авторов на пульсе будет просто огромным но сами посудите реферальная программа выгодно же приглашаешь авторов можно ничего не писать и тебе платят за это деньги кажется все просто но это не совсем так там просто есть определенные условия которые не так-то просто выполнить приглашая всех подряд и собственно бастословные деньги на этом не заработать а это кретов подписывайтесь на мой канал ставьте нравится, и мы начинаем. Собственно, почему все так боятся большого количества авторов на пульсе? Ну, представьте себе, начинает каждый автор пульса приглашать бесконтрольное число людей, ну, то есть других авторов. Естественно, в каждой тематике существенно возрастает конкуренция. Если существенно вырастает конкуренция, то доход падает. То есть есть один какой-то общий фонд, который рекладатели это количество не увеличивается, их определенное фиксированное количество, они платят определенную фиксированную сумму. И эта сумма, скажем так, делится на всех авторов. Как только количество авторов вырастает, собственно, и денег на каждого автора становится меньше. Надеюсь, это понятно. И вот, собственно, тут какой момент? Пульс не дает приглашать бесконечное количество авторов. Их фиксированное количество, ну то есть приглашение тебе выдается, и ты можешь их раздать по своему усмотрению. Приглашения эти называются инвайтами, то есть в специальном разделе ты генерируешь ссылку, отправляешь ее своему другу, он создает свой канал, размещает там 10 статей, если проходит проверку, то канал его запускается, и он может зарабатывать на этом деньги. Эта система намного проще, чем на Яндекс Яндекс.Дзене, но тем не менее правила там не менее жесткие. Проверка длится не так уж и долго, там пару недель, всего, но тем не менее нужно вот их соблюсти. Почему она идет не так долго, в принципе, понятно, потому что количество авторов не такое большое, а значит и количество приглашений будет не столь огромным, и значит перейдет людей не так много, половины из них, причем проверку эту самую не пройдет. Да и количество инвайтов, как я уже сказал, сильно ограничено, то есть вот с этим нововведением им добавилось еще всем авторам по 5 где-то штук. Число это я взял не с потолка, как вы знаете, я тоже пишу на пульсе, и у меня всего 10 приглашений я раздал. Те же, кто вообще их не раздавал, у них где-то по 10 инвайтов, мне даже скриншот присылали, даже не скриншот, Видеозапись с экрана, вот я вам ее сейчас продемонстрирую. Вот здесь вот одно приглашение использовано, а 9 приглашений еще осталось. То есть человек может получить вот с этих вот 10 приглашений, как только вот этот человек, если и пройдет проверку, ну скажем, 30 тысяч. То есть каждый автор может получить где-то по 30 тысяч за приглашенных ими других авторов. Но тут еще одно условие есть: чтобы получить эти самые 30 тысяч, да хотя бы 3 тысячи за одного приглашенного автора, нужно, чтобы этот автор прошел проверку. И тут вот такой вот нюанс: многие боятся, что с Яндекс.Зена сейчас перебежит куча авторов и все начнут направо и налево приглашать. На самом деле, нет. Раньше авторы, которые есть на пульсе, отдавали эти инвайты, ну, может быть, не направо и налево, потому что их мало было, ну, как это с вами, друзьям, но не особо заботились о качестве контента, того, кого они приглашают. Ну, там как бы были условия, что вы отвечаете за этого автора, но как они работали, никому непонятно было. Теперь все дело в денежном вознаграждении. То есть, если вы отдаете человеку, и он не проходит, вы деньги не получаете. Собственно, люди теперь будут думать, кого они приглашают, и будут приглашать, скорее всего, только хороших авторов. Оно и непонятно как бы пульсу это выгодно чтобы на платформе были хорошие авторы и раньше была такая мотивация от а теперь к то есть раньше говорили что вы отвечаете за автора но непонятно как отвечаете теперь говорят что если вы приглашаете хорошего автора то получаете денежное вознаграждение мотивация намного лучше при этом на пульсе сейчас нет даже тысячи авторов их где-то вот несколько сотен из этих нескольких сотен авторов у которых подписчиков больше тысячи всего десятки ну вот, допустим, мой канал по истории, у него где-то 1200 подписчиков, и он в эти десятки входит. Мой канал про фильмы уже нет. Мой канал про фильмы там где-то уже 120 подписчиков, и он уже не входит в десятки, он входит в сотни. И если сравнивать заработок на этих двух каналах, то канал по истории, как я уже показывал, иногда приносит 2000, 3000 рублей в сутки. Канал про фильмы приносит, ну, 400 рублей, 500 рублей, очень редко, в редкие дни, когда какая-то статья выстреливает, он может теоретически там принести 1000, может быть чуть больше 1000, но ну, такое было всего пару дней, в основном вот он приносит... 500 рублей, иногда в праздники, когда все совсем плохо, он приносит там, ну скажем, 200 рублей. Канал по истории в редкие дни, когда праздники, когда там не крутятся статьи, приносил где-то 900 рублей, ну минималка у него была. Понятное дело, что в самом начале мало было, но сейчас, на данный момент, в принципе, неплохие деньги с него приходят. Так и вот тут совершенно очевидно, что авторы, которые на пульсе не очень много зарабатывают, либо вообще не зарабатывают, а у них есть вот эти инвайты, они, скорее всего, попытаются заработать как раз на этих инвайтах эти деньги. Ну то есть 3000 за хорошего автора, почему бы и нет, какие-никакие деньги. Те авторы, которые более-менее нормально зарабатывают, они еще более тщательно будут выбирать тех, кому отдать этот инвайт. Поэтому в целом, да, я согласен с тем, что приглашений будет очень много, очень многие люди захотят, да, они и сейчас хотят попасть на пульс, очень много кому раздадут, будет очень много мошенников, которые будут якобы продавать инвайты, про то, как продают инвайты на пульс и пытаются обмануть людей, я делал уже видео. Но тут такой момент, бесконтрольно попасть на пульс и писать все, что вам в голову взбредет, не получится, потому что на пульсе есть правила. Про правила пульса я отдельное видео тоже делал в подсказках его прикреплю, тоже посмотрите, но суть в общих чертах вот в чем. Там нельзя размещать художественные рассказы, то есть половина контента Яндекс.Дзен уже как бы не сможет перейти в пульс, там нельзя размещать стихи, и плюс там нельзя размещать личные блоги. Вернее, личные блоги можно, но вот какой-то субъективный такой опыт, не несущий никакой пользы читателю, нельзя размещать. То есть сходил в магазин, купил банку тушенки, показываю, что внутри, такое на пульсе не прокатит. Поэтому тут, как говорится, палка о двух концах. Естественно, конкуренция будет расти. С растущей конкуренцией будет падать доход. Но с другой стороны, на пульсе на данный момент довольно хорошая модерация, которая вот такой вот нехороший контент, желтый контент как-то его отсекает. И получается, будут проходить более-менее нормальные авторы. Более-менее нормальные авторы будут проходить, значит, и качество контента в среднем по пульсу будет более-менее нормальным. То есть не будет вот этого вот скатывания, как в Яндекс.Зене, в желтуху, там не знаю, смял консервную банку, показываю, что получилось. Вот этого вот всего не будет. И как бы если контент нормальный, а мне очень многие люди говорили, когда узнавали, что я пишу на дзен, что у, вот этот вот желт... Вот это вот все, вот это вот мыльный пузырь, когда читаешь интересный заголовок, заходишь, а там внутри пустышка, просто ничего интересного, либо какая-то полная фигня. Вот про дзен так очень многие говорят. Надеюсь, что на пульсе этого не будет, даже когда будет довольно много авторов. А сейчас там их не так много, несколько сотен авторов. И вот в зависимости от того, какой контент на площадке, качественный или не очень, будет расти престиж платформы. То есть, если некачественный он будет падать, если наоборот привлекательный, хороший, интересный, качественный, то расти. И если престиж площадки растет, то, собственно, она становится более привлекательной и для рекламодателей. Значит, и денег туда будет больше. Но согласитесь, будучи рекламодателем, вы с гораздо большей долей вероятности отдадите свои деньги той площадке, которая считается прям крутой, интересной, а не той, которая считается какой-то свалкой, помойкой, куда там сливают всякий невостребованный материал. Ну вот как пример, решили вы, скажем, прорекламировать свой товар на ютубе, и у вас есть два блогера на выбор. Один блогер какой-то там успешный, крутой миллионник, у него там качество оборудования, качество съемки, все отлично, звук хороший, и второй записывает на мобильный телефон, рассказывает, как он там что-то поел, сходил там, не знаю, в магазин соседний, и звук у него стрёмный, как бы и рассказы стрёмные, и смотреть его неинтересно. Какого блогера вы выберете, я думаю, ответ очевиден. Также и с площадками. Если пульс будет набирать обороты, станет популярным, то рекламодатели пойдут туда. Просто на данный момент у Яндекс.Дзена не было конкурентов. Теперь конкурент появился, и как бы одно дело, что авторы на пульс не так им просто туда попасть, другое дело, что рекламодателям довольно просто. Если ты несешь деньги, то как бы тебе везде рады. Поэтому основной вывод, который я хочу донести, это то, что если вы автор, который пишет качественный контент, который, как бы, пишет без ошибок, хорошо пишет, подробно пишет даваясь там в подробности, приводя источники. В общем, делает на пульсе так, как нам всегда завещал Яндекс Дзен. Пишите лучше, пишите качественнее. Вот, если он так делает, то бояться, собственно, нечего, потому что конкуренцию он выдержит, ну и, собственно, все проверки пройдет. Если вы автор, который просто там в Яндекс не пишет всякую желтуху и каким-то чудом попали на пульс, то да, вам, возможно, стоит переживать по этому поводу, что сейчас будет наплыв какой-то, и вы в конкуренции просто это и утонете. Это все, конечно, мое субъективное мнение, но что-то мне подсказывает, что оно недалеко от истины. В общем, бояться не нужно, но даже если вы автор, который, как бы скажем, на Яндекс.Зене не писал какую-то желтуху, то ничто вам не мешает исправиться. Если вы регулярно пишете что-то, ну, как бы вам приходилось, я понимаю, подстраиваться под правила Дзена, когда вот эти все консервные банки, не устану ее упоминать, реально видел такую вот картинку, не знаю, правда или нет, что смял консервную банку, показываю, что получилось. Ну, как бы скриншот реальной статьи на Яндекс.Зене. Так вот, те, кто это пишут, те, кто это писал, им как бы приходилось подстраиваться под правила, под конкурентную вот эту среду. Ну то есть, если ты пишешь серьезные длинные статьи, они у тебя вполне может быть и не зайдут. Их никто читать не будет. Ну согласитесь, обидно. Ты пишешь целый день, там, приводишь ссылки, материалы какие-то. Все это заполняешь, а побеждает какое-то там, не знаю, грязное белье какого-то актера. Я не знаю, почему Яндекс Ден закрывал на это глаза и закрывает до сих пор. Но как бы я надеюсь, что пульс так делать не будет. Посмотрим, что там дальше будет у них, конечно. И в данном случае вот это вознаграждение, это даже не проблема. Ну то есть сейчас почему-то все услышали, что дают вознаграждение и думают, бесконтрольно будут приглашать. Нет, модерация будет. Также будет проходить вот эта проверка. Причем я знаю авторов, которые не прошли эту проверку, которые посылали свои каналы, и им говорили, извините, но вы не проходите к нам. Вот так вот. Ну, то есть, и это никак не изменится. То есть, модерация как была, так и будет. Пульс будет увеличивать количество авторов. Это очевидно. Это как бы, ну, никуда от этого не денешься. Если человек попал на пульс, не нужно думать, что вот я один тут буду получать все деньги, а остальных как бы не смогут сюда люди пробраться. Они смогут. Некоторые пройдут модерацию некоторые не пройдут модерацию и доходом придется делиться. Другое дело, что если пишешь качественные материалы, то, как я уже сказал, престиж площадки будет расти и собственно туда будут стекаться больше денег. Во-первых, это будет конкурент Яндекс во-вторых, это будет площадка привлекательная для рекламодателей, а это выгодно и нам, и самой площадке. Как бы с тем, что количество авторов будет неуклонно расти, придется смириться, но с тем, что вот площадка во что она превратится, это, скажем, зависит больше от нас. Тут хорошая аналогия с подъездом в вашем доме. Подъезд как бы общий. Все общее, но от того, как вы себя ведете, там плюете на пол или не плюете на пол, бросаете мусор, не бросаете мусор, зависит то, как выглядит как бы весь дом в целом. И хочется ли туда заходить или не хочется туда заходить. Вот простая довольно аналогия. Я думаю, что нам нужно просто не нарушать правила, писать более-менее качественно. Ну, кто как умеет, кто как не умеет, нужно учиться. В общем... Бояться не нужно, а если и нужно, то ну что мы можем изменить? Мы простые авторы. Мы можем отвечать только за себя. Если каждый из нас будет отвечать только за себя и делать так, как подсказывает ему его совесть, пусть даже немного пафосно прозвучало, то будет все нормально. Вот. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал. На инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока.